Всем привет, ребята, и простите, что здесь выглянул кое-кто. Да. Что у меня такой фон меняется? Простите за фон, он чуть-чуть и грязненький, чуть-чуть и красивый, чуть-чуть с блестками. Да. Но сейчас, простите, что долго не было видео, потому что школа, учеба. Ну, вы поняли, да, будни. Вот. Ну, сейчас мы поговорим, в принципе, знаете, еще одна причина, почему так долго не было видео, это причина, потому что... Ну, блин, я заказала пэты 30 штук за 2000 рублей, но они еще не скоро придут, я посмотрела. Через месяц два три. Ну, блин, да. Так, и сейчас я вам покажу нового пэта, ну, передо мной девочка стоячку собрала. Да. О боже, стоячку, как она могла забрать стоячку? Господи, я не понимаю. Передо мной прям, вот я выходила, я зашла в магазин, и она вышла с этой стоячкой. Ну ладно, ничего страшного. Но все равно мне этот пэт нравится. Это такая пчелка. Вот такая вот пчелочка. Да, вот такая пчелочка. Она, в принципе, у нее шарнир здесь, как бы, смотрите, это по 2000, какого? Сейчас фокусируется, смотрю. Это по 2006, вот, сейчас, здесь показано. Это по 2006 года, если вы не видите, то я скажу. Да, это по 2006, это уже... 2017 года, и смотрите, у них различия, шарнир здесь такой как бы прозрачный, а здесь у нее шарнир такой вот, ну, там как бы такая белая, а потом же шарнир идет. Да. А вот. Ну, в принципе, пока этот пэт будет вести мой канал, чик, да. Ну, скоро мне придет кое-кто с Алиэкспресса. Да. Стоячка! Та-та-та! Такого же цвета, кстати, если вы догадались, то пишите в комментариях. Стоячка какого цвета? Ну, вы поняли, да? Вот. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Целую.